Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Баженит и Омская область. С вами я, ее ведущий Влад. Сегодня, думаю, еще один ролик выставить. Один по поводу жизни, бизнеса, а другой по краеведению. Значит, сейчас я объясню, где мы находимся. Продолжаю, значит, иллюстрации книги «Саргатское притяжение», значит, Санькова. Сейчас мы находимся на объездной дороге вокруг поселка Саргатского, значит, в западной ее части. Значит, на 17-й странице, читая эту книгу, на 17-й странице, значит, описывается природа, значит, при Иртыше, и в частности Саргатского района. Значит, здесь рассказывается о протекающей через поселок Саргатское речке Саргатка. Вот сейчас мы находимся вместе, значит, в общем, по этой стороне находится приток от с запада, значит, подходит речка Саргатская. И, значит, объездная дорога. Эта объездная дорога в настоящее время является, значит, водозапором. Вроде бы ничего особенного, но на самом деле, значит, вот этот эта проблема описана в этой книге. Какая проблема, значит? Проблема цикличности, значит, водных ресурсов нашего района. Можно, значит, туристы, проезжающие, значит, по нашему району, стоит остановиться на этом месте и посмотреть, обратить внимание, значит, перепада уровня воды, значит, по правую руку и, значит, по левую сторону. Можно, не пользуясь никакими приборами, невооруженным взглядом, определить, какой уровень воды находится за объездной дорогой и после объездной дороги. Вот этот уровень цикличности, в связи с чем связан? Повышение, значит, грунтовых вод, повышение, значит, уровня в озерах. С чем связан? Вот я, как сельский житель, значит, занимающийся работы на земле, значит, вот заметил, наблюдаю, значит, стойкую тенденцию повышения уровня. Купил, в общем, похолодание климата. Как это мне бросилось в глаза? Значит, купил вентилятор для трактора. И вот поставил, потому что в тракторе кондиционера нет, а работаешь очень жарко. Чтобы более-менее обдувалось, лучше с вентилятором. И вот четвертый год я уже не пользуюсь этим вентилятором. Потому что вроде бы как жара есть, но нет такой сильной изнурительной жары. Получается, что нет испарения сильного. Значит, по поводу цикличности еще, значит, в связи с чем это связано, повышение, значит, уровня грунтовых вод. Это снижение жизнедеятельности человека. Поля, значит, стали меньше обрабатываться, меньше пахаться, меньше засеиваться. По покосам я знаю точно, что 2-3 года, если, значит, поле не обрабатывается, значит, оно превращается в заболоченную местность. Приехали мы, скосили, через 2-3 года это поле начинает высыхать. Уже, значит, поле будет более пригодно, значит, для посева зерновых. Пока что вот эти вот поля пригодны только для покоса. Еще вот уровень цикличности, как он проявляется вот в нашем районе. Вот здесь вот за объездной дороги, значит, уровень займища, ну, на метр это точно выше, чем, значит, по речке, которая протекает, значит, через поселок. Вот каждую весну начинается такой режим, как половодье, затопление. Приходят воды большие со стороны, значит, Тюкалинского района. И вот они постепенно, значит, доходят до Саргатского района. Уровень воды резко поднимается. И когда перетекает вот через эту объездную дорогу, здесь вот 3 года назад стояла труба металлическая. Потом она продавилась, забилась, уровень воды поднялся. Значит, администрация приняла меры, там, значит, вкопали бетонную трубу. Ну, я не знаю, насколько она, 105 или 110. Буквально в прошлом году этой бетонной уровень воды, грунтовый ход поднялся настолько, что этой трубы не хватало. Вкопали вторую трубу.
Но на следующий год, как в этом году, вроде как снега мало, а грунтовые воды продолжают идти. Почему это я заметил? Потому что осенью, когда начали вывозить сено, уже по холоду, уже установилась низкая температура, морозы стояли, а грунтовые воды со стороны Катая шли и поднимались так, что вода шла уже поверх льда. Вот сейчас вроде как снега мало, а все равно эти воды, значит, продолжают идти. Вот мы сейчас здесь вот перепад воды, и вот подойдем ближе и посмотрим, насколько это большой перепад. Здесь вот находится гидротехническое сооружение. Первая труба, а туда дальше, значит, вкопана вторая труба. Как только вода пойдет, ну здесь и место хорошее, и, значит, и рыбачить здесь хорошо, удобно. Все размыто водой. Вот видно, что в настоящее время, значит, в этом году морозов сильных не было. Можно приблизить, посмотреть. Морозов сильных не было, значит, река не так сильно промерзла. И вода сейчас уже идет. А сейчас еще лежит снег. Сегодня какое? 5 или 6 марта. И уже вода начала поступать. А как только начнется массовое таяние, вода, значит, поднимется еще сильнее. Вот с той стороны, для того, чтобы труба не засорялась, поставили металлическую решетку, потому что ходит лавда, ну, куреня, вот камыш нарос. И, значит, большой водой его отрывает, и он, значит, по течению реки прибивает его сюда. Здесь вот видно, что вода поступает, уже вода идет, уже вода пошла, а еще не было тепла. Вот в чем проблема-то заключается, что на меня дальше. С этой стороны-то жилья нет, а с этой стороны через дамбу, значит, построено, значит, вот это в долине реки, речки Саргат, очень много населенных улиц. Вот ближайшие улицы, тут Луговая, может быть, там Мельничная, Кооперативная, значит, уровень грунтовых вод настолько высокий, что за все лето, значит, вода в подполах не уходила. Людям жить довольно-таки доставляет большие проблемы. Кто будет, значит, покупать жилье, тоже должны об этом учитывать, где они будут покупать жилье. На высоком месте или на низком. Потому что, когда едешь по улице, этого не замечаешь. Вроде бы улица, стоят дома в улицу нормально. А когда заходишь во двор, на зады, там получается понижение, и дальше идет речка. И, в общем, по всей Саргатке находится много там разных притоков, речек, они вроде как застроены, а уровень грунтовых вод продолжает подниматься. Ладно, ну я такую вот проблему затронул, общественного значения. Ладно, если кому будет интересно, спрашивайте, будете проезжать, остановитесь, посмотрите. Ладно, пока, до свидания.